Привет всем, друзья и подписчики моего канала. Сегодня мы говорим снова о биткоине. Мы, как и предполагали, пробиваем уровень вот этого огромного треугольника, который у нас был сформирован относительно нисходящего канала, который идет по тренду, по нисходящему тренду. Значит, смотрите, пробили этот уровень, я открыл ордера в шорт. Советую вам сделать то же самое, чтобы зарабатывать вместе с нами. Дальше мы приблизительно остановимся на уровне 7900 и затем будем смотреть. Тут, возможно, какие-то будут отклонения, будут чуть вверх, вниз идти, но я так предполагаю, что застопоримся мы где-то в этом районе. Именно тогда я запишу видео по поводу биткоина и по поводу его движения. Пока ордера в шорт у нас открыты, и я думаю, что у нас получится заработать еще больше денег, чем на том движении, которое мы сделали здесь, когда открывали позиции в лонг. Вот. Поэтому, друзья, желаю всем успехов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и зарабатывайте вместе с нами. Всем пока-пока и до новых встреч.